Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я начинаю рубрику, новую рубрику, видеорубрику под названием «Закулисье моего курса. Лучшая версия моего тела». В чем заключается смысл этой рубрики? Одна из участниц дала согласие каждую неделю производить замеры в присутствии вас. И мы будем видеть, как ее тело начнет таять. Первый месяц мы работаем с телом, на второй месяц подключается ее лицо. И таким образом вы увидите, как я из крупных девочек делаю хрупких девчоночек. То есть вот так. Прямо сейчас мы произведем замеры. Это у меня сантиметр. Талия Тани. 96. Выше талии. 96. Ниже талии. 103. Бедра меряем. Запоминай, где мы мерили, чтобы в следующий раз у нас также было. 105. Объем груди. 110. Замеряем объем рук. 30. Давай одну и другую, потому что разные. Обычно правая толще. Да. А здесь 32. Вот такие замеры. Тело мы произвели. Теперь мы пойдем вниз, потому что там, где я провожу женские даосские практики, в этом зале, где мы тренируемся, нет весов напольных. Мы сейчас спустимся в раздевалку. И там еще и взвешиваем. Взвешиваем, сколько наша Таня имеет веса. Потому что объемы и вес – это разные моменты. Кому интересно, следите за нами. Каждую неделю мы будем производить замеры в присутствии вас. Пока-пока. Идем вниз.